Вы, наверное, думаете, почему я пытаюсь вести себя так извращенно и пошло и кого-то совращаю. Нет, наконец-то мои руки дошли до того, чтобы я сняла результат своего марафона. Когда я, получается, бралась за эту идею, изменить рацион питания, также уменьшить употребление алкоголя, сигарет и энергетиков, потому что я в то время была очень зависима. Марафон у меня длился месяц, получается, я с утра и вечером бегала, постоянно что-то делала и активно проводила свою жизнь. Потому что, как говорила ранее, я даже не могу элементарно сесть на шпагат, и сейчас это все изменилось. Я взяла за себя, и теперь мое тело изменилось только в лучшую сторону. Мой пресс наконец-то начал выпирать хоть чуть-чуть. Сильно мне не надо. Попу я немного подкачала, и я очень рада, потому что я была плоска, как доска. Вы, наверное, и сейчас так думаете, но сейчас я вам немного маленький отрезок показала. Думаю, что у вас поменяется мнение, хотя мне пофиг, если вы думаете все иначе. Вот, я действительно сократила потребление энергетиков. Я пила каждый день по 2-3 энергетика, это как минимум, могла и 4 выпить. Вообще была зависима. Я просто хотела хотя бы не пить один день там, или пить по одному. Сигареты я тоже очень много курю, и я пыталась курить по одной сигарете, по две, и этот месяц мне принес хорошие результаты. И у меня оказалась намного лучше сила воли. И правда, я должна была завершение марафона снять уже в начале июня, либо в конце мая, но сейчас уже во дворе 13 июля, и я только сейчас решила заснять завершение марафона. Вы думаете то, что, наверное, думаю то, что ай, пофиг, типа и так принесет, ничего не буду отчет снимать, но, как я и обещала, я вам показала результат. И сейчас мое тело очень даже пластичное, я очень рада. Наконец-то у меня восстановилась дыхалка, я могу нормально бегать, то есть большие километры пробегать, допустим, бегая за Ричардом. Я очень рада, что так все произошло на самом деле. Этот марафон мне дался прикольно, но тяжеловато, конечно же. Марафон уже как закончился, как уже полтора месяца, и на энергетике я потом просто опять нахлынула на энергетике спустя такой перерыв, но сейчас уже нет. То есть мне сейчас вообще хочется хотя бы один раз в 3-4 дня выпить. То есть получается, я его пью, но уже не так сильно прям горю желанием, но если я его не пью 3 дня. Вот, как-то так все происходит. Курю сигареты, я могу даже сейчас скурить 2 сигареты в день, если у меня их нету. Но если сигареты есть, конечно же, я их курю больше. Ну ладно, сейчас опять загроблю свой организм, потом заново восстановлюсь. Этот марафон был сделан для того, чтобы на лето выглядеть хорошо, но лет у нас нету, потому что все время дождь, и толком мы не ходим раздетыми, даже купаться не ездим, очень редко. Я вот купалась раза 4-5 за полтора месяца. Погоды вообще нету, как будто мы живем в Питере. Ну ладно, для себя. Какая разница? Я же не для людей это делала, а для себя, потому что я до такой степени себя загробила, то что говорю, к чему я так долго шла, много тренировалась раньше, когда я танцевала, да? Нет, я сейчас танцую, но огонек у меня пропал, как я говорила, тоже раньше. Но сейчас уже все нормально, и снова начинаю танцевать. Мы уже ставим танец с Надей, и скоро будут очень просто крутой танец. Я прям тащусь от него и сама теку просто, потому что он такой женственный. Получается, не, я в основном танцую уже такие, типа, хип-хоперские танцы, а тут уже надо будет женственный. И так как я марафон прошла, мое тело стало еще намного эластичнее, и как раз-таки будет много секса в этом видео. Нет, я не имею в виду, типа, такого секса. Ну, то есть, типа, пластичности, там, сексуальности. Это просто будет завершение марафона, просто отчет перед вами. Не знаю, что еще можно сказать, но благодаря этому марафону я изменилась. И я рада, то что я взялась за него. Это была просто потрясающая идея. Первое такое видео, где нужно снять начало и конец. И также само, как развивается это событие, мне нужно снимать было. То есть это на мне была ответственность, я должна была каждый день снимать, но у меня накрылась флешка, как я говорила, да, тоже. Толком не снимала, но я занималась. Раньше вы не видели, конечно, мое тело, но я видела. Ну, знаете, я не знаю даже, как сказать, у меня просто бесформенное какое-то тело, мне казалось, просто не то, что бесформенное, да, просто тонкая доска какая-то, и мне самой это уже не устроило, и все же вот хочется нормального как-то
чтобы было немного сексуально. Я же все же девушка. Если я лесбиянка или что-то еще, это не имеет значения, что я хочу прям выглядеть как парень. Если у меня такая типа прическа и такой стиль одежды. Но я сама по себе девушка, вы видите, наверное. И все же хочется, чтобы тело у меня было красивое, женственное, сексуальное, а не кости. Спасибо, что следили за событиями. Следили, что поддерживали меня хорошим комментарием, то, что у тебя все получится, там, ты не сдавайся, ты молодец, ты мотивируешь меня, это, и ваши комментарии меня тоже вдохновляли, и на самом деле я бы этот марафон вела бы вечно, но я решила для себя, жить тоже надо иногда, то есть месяц потренировалась, месяц выпила там, покуражилась, месяц опять, ну, марафон... В следующий раз, когда я буду проводить марафон, он уже будет намного организованней и намного лучше. Я в этом уверена. Потому что это будет потому, что в следующем году, если я, конечно, доживу, и если, конечно, меня не посадят в тюрьму за убийство хейтеров, которые до сих пор продолжают оскорблять из моего видео. Ну, это еще все впереди, в общем, эти видео. Ждите это видео, короче, скоро будет просто бомба. Но сейчас я уже просто с темы вышла на другую. Ну вот, в общем, я сказала... Такие дела. Спасибо вам всем за вашу поддержку. И тоже берите себя в руки, не сдавайтесь. Хотя бы поставьте себе цель, хотя бы на время. Не, вас не заставляйте типа, сразу бросать что-то, делать там, да. Вот все говорят, что курить сразу бросить, это лучше. Но я не хочу бросать курить. Я, конечно, бы хотела, но все равно это что-то родное. Что-то, я не знаю, как сказать, это глупо звучит, но сигареты меня дополняют и действительно помогают быть собой. Это очень странно и тупо, и энергетики просто ассоциируются именно с саламандрой, когда вот меня видят. Меня просто в основном все видят знакомы с энергетиком, видели, по крайней мере, сейчас мы уже не учимся, и толком я его уже не пью, вот. Oh,